Что до начала завтрака в гальюн попасть не успеют, матерились и делились на тех, кто решил быть чистым, но голодным, и тех, кто вместо душа предпочитал тушеное мясо. Первых оказалось немного, туалеты имелись и на такшибах. А вот мясо с овощами в бортовых рационах отсутствовало. Тебя ездить учили? Вот так вот.